Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Щербаков. Я являюсь практиком и исследователем внетелесного опыта. Совсем недавно закончился мой курс «Внетелесный опыт». Курс проходил в течение 4 недель. Кроме того, ему предшествовала двухнедельная подготовка. И я понимаю, что 6 недель – это довольно длительный процесс, включающий в себя ежедневные тренировки. И не у каждого есть возможность так долго заниматься, не у всех есть 6 недель времени. Но есть желание изучить этот феномен, изучить эту практику, узнать все тонкости, узнать алгоритмы. Поэтому я приготовил экспресс-курс. Экспресс-курс – это 15 лет опыта и практик, сжатый в 3 дня вебинаров. Это полная теоретическая база о внетелесном опыте. Это весь алгоритм действий в практике от начала и до конца, то есть который помогает вам выйти из тела, подготовиться, выйти и благополучно вернуться с сохранением воспоминаний. Это информация о том, как прокачать все необходимые навыки для того, чтобы практиковать внетелесный опыт. Это весь спектр упражнений, необходимый для нетелесного опыта. Это и медитация, полный разбор, для чего нужна медитация, как она способствует внетелесной практике. То есть полностью от начала до конца разбирать будем все эти навыки практики. Визуализация, вызов вибрации, дыхательные упражнения, упражнения для разделения сознания с телом. Это тоже такие тонкости, которые необходимо понимать. Многие понимают, что нужно делать, как, но упираются в стенку, и вот у них не получается, потому что не знают нюансов, не знают таких тонкостей, которые, без которых просто практика будет невозможна. Это рекомендации по образу жизни. Что способствует нетелесной практике? Какие привычки? Какое питание способствует, а какое мешает, допустим. Это вебинары о том, как настроить свое психоэмоциональное состояние, как его выровнять и подготовить для практики, и какое состояние нужно и необходимо для того, чтобы эта практика была успешной. Как набрать жизненную энергию, необходимую для этой практики. То есть вот все, что я перечислил, это будет сжато в 3 дня вебинаров. Эти вебинары будут включать в себя и живое общение, и ответ на вопрос. А вебинары пройдут, экспресс-курс, на платформе Центра пробуждения 7, 8, 9 января. Если вы интересуетесь внетелесным опытом, хотите изучить этот феномен, хотите освоить эту практику для того, чтобы в будущем самостоятельно ею пользоваться, если у вас уже есть опыт вне тела, но вы испытываете затруднения, если у вас есть осознанные сны, но вы не знаете, как реализовать себя в них, как сделать так, чтобы осознанные сны стали полноценным внетелесным опытом, если вы хотите прокачать свое саморазвитие и стать более осознанными, то этот экспресс-курс для вас. Я сердечно вас приглашаю на него. Ссылка на регистрацию под видео.